Французская армия готова. Как бы ни развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены. Их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это. Заявил в интервью Le Monde начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шиль на фоне заявлений президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину. По словам Шиля, задача состоит в том, чтобы сила, продемонстрированная нашими войсками, изменила тенденции, чтобы она сдержала нападение на Францию. Он напомнил, что Франция в плане обороны опирается на свой ядерный арсенал, а также на тренированную армию, совместимую с армиями союзников, в особенности в Европе. Франция способна дислоцировать 20 тысяч солдат в срок до 30 дней, а также осуществлять командование силами до 60 тысяч человек, включая армию союзников, отметил Шиль.